вторая часть стихотворения. Жизнь короче становится правильной до чрезвычайности. Голову, мозг хитроумными планами переполняет. Так он маршруты выстраивает, чтоб непременно, нечаянно встретить кого? Ну, конечно, тебя, дорогая. Встретить тебя. Почему? Потому что ты ж очень хорошая. Что ж до того, что свечением влажным глаз, губ и всей прочей шкуры злодейской, змеючей своей ты нарочно, конечно же, целенаправленно, как в Сахаре жажду, ты, несомненно, расстравливаешь во мне. Ну так это является правильным. Ясно поскольку, что рассматривать это следует именно как акт уважения ко мне тем проявленный. И при том уважение акт, как вот именно что поэту, типа расколь ты поэт, красоты, то есть, значит, сторонник. Ну так вот тебе на, так, чтоб дыбом вставали спондеи в строке, и не только они, но и волосы, мысли, все прочее и остальное. И вот так, да, это правильно так, ибо, ну все, дальше не сочиню. Молодежная глупость. Хорошая.